Приветствую вас на канале Солома, друзья мои. И сегодня я хочу рассказать вам об одном очень простом, бюджетном, действительно дешевом, но суперэффективном средстве, которое можно умывать свое лицо и которое сделает вашу кожу упругой, сияющей, придаст ей такой приятный, здоровый цвет и даже сможет убрать мелкие морщинки. Речь пойдет о яблочном уксусе. Яблочный уксус – это натуральное и совершенно безопасное средство. Очень важно просто развести его водой один к одному. Ни в коем случае не умывайтесь чистым яблочным уксусом. Ну и на всякий случай проведите тест на аллергическую реакцию. Просто нанесите уксус, разведенный с водой, на небольшой участок кожи, желательно не на лице. Если каждое утро умывать лицо яблочным уксусом, то из пор начнут выходить загрязнения, и кожа будет выглядеть более светлой и чистой. Яблочный уксус имеет антибактериальные и противогрибковые свойства, и именно они очень хорошо помогают ему лечить инфекции кожи и акне. Очень хорошо подтягивается тонус кожи, и действительно начинают уходить мелкие морщинки. С кожи удаляется лишний жир и восстанавливается кислотно-щелочной баланс. Таким образом, кожа защищается от сухости и жирности. Очень важно после умывания лица яблочным уксусом также хорошо умыть лицо обычной теплой водой. Умываться яблочным уксусом нужно как тоником. То есть наливаете в стакан яблочный уксус, разбавляете водой один к одному, потом берете ватный диск, смачиваете его в этом растворе и протираете им лицо. Попробуйте провести курс таких умываний в течение 2 или можно даже 3 недель. И вот через это время вы уже увидите результат. Ваша кожа станет упругой, гладкой, цвет лица улучшится и даже маленькие мимические морщинки уйдут. Так что, друзья мои, очень вам всем рекомендую попробовать такое простое, бюджетное, но очень эффективное средство. Ну а также рекомендую вам подписаться на мой канал, нажимать колокольчик, ничего не пропускать, ставить лайки и смотреть новые полезные и интересные видео.